Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Еліміздің басты медиаланда бүгін Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Кенжетайұлы Ахметов мемлекет басшысының жолдауы аясында өңірдің дамуы және берген тапсырмалардың орындалу барысымен таныстыратын болады. Добрый день. На площадке службы центральной коммуникации сегодня выступает аким Восточно-Казахстанской области Даниал Кенжетайұлы Кенжетаевич Ахметов и подробно расскажет о территориальном развитии в рамках послания главы государства. Даниал Кенжетайұлы, біздің алаңға қош келдіңіз, қайырлы күн. Баспасөз мәслихатының уақыты тура 70 минут. Сіздің баяндамаңызға берілген 15 минут уақытыңыз бар. Осы уақыттан асырмауыңызды өтінемін. Рахмет, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, қадірменді қауым, құрметті брифинге қатысушылар, Шығыс Қазақстан облысының атқарушы органдары, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жолдауын іске асыру бойынша нақты жұмыстар атқаруда. Сыртқы факторлардың ықпалына және пандемияның таралуын шектеу шараларына қарамастан, облыста әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің оң динамикасы сақталып отыр. Жыл басынан бері облыс экономикасын дамытуға 6,5% өсіммен 547 миллиард теңге инвестиция салынды. Құрылыс жұмыстарының көлемі 125,4% ұлғайды. 116,7% өсіммен 316 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өнеркәсіп өндірісін қарқыны 112% өсті. Ауыл шаруашылығында 103% жалпы өсім сақталады. Мемлекеттік бюджетке түсім өткен жылдың сәйкес кезінмен салыстырғанда 102%, ал жергілікті бюджет 120% артты. Халықтың ақшалай табысы 119,4%, орташа айлық жалақасы 120%, жеке тұлғалардың депозиттері 111%, немесе 46 миллиард теңге өсті. 24 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ден аспайды. Қадірменді қауым, өңірде коронавирус инфекцияның таралуына байланысты күрделі жағдай сақталып отыр. COVID-19 алғашқы оқиғасы тіркелген сәттен бастап, 14402 жұқтыру жағдайы тіркелді. Облыс ауруханаларда бүгін 659 адам жатыр. Аптасына орташа өсу қарқыны 1,7% құрайды. Өкінішке орай оқу басталған басталғаннан бері облысты оқушылар арасында коронавирустың 410 жағдайы тіркелді. Оның ішінде 291 оқушы қашықтықтан, 119 оқушы 93 мектепте штаттық режимде оқыды. Індет табылғаннан кейін барлық мектептер жабылып, оқушылар қашықтықтан оқытуға ауыстырылды. Вирус көбінесе үй жағдайында жұққан, бүгінгі таңда ауруханаларда бір оқушылар жоқ. Толық медициналық жабдықталған 6,2 мың төсек орын дайындалды. Бүгінгі күні 3,7 мың орын іске қосылды. Инфекциялық бөлімдердегі емдеушілер оксигенотерапиямен 100% қамтылды. Ауыр науқастарға 3200 иммундық плазма дозасы дайындалды. Бұл елдегі жалпы қордың 60% құрайды. Оның ішінде 180 реципиентке 360 плазма дозасы құйылды. Кроме того, для эффективности лечения закуплен препарат Фавипавир. Из расчета обеспечения этим лекарством 6200 больных – это практически более чем годовая норма. Этот аппарат с 12 ноября уже используется в областных больницах нашего региона. Надо сказать, дает очень высокие позитивные результаты. В режиме 24/7 работают 15 компьютерных томографов. С 1 декабря дополнительно 3 новых КТ начнут диагностику пациентов. Кроме того, для обеспечения сельских жителей своевременной медицинской помощью к шести действующим передвижным комплексам прибавилось 10, и то в области работают 67 современных рентген-аппаратов. На 216 единиц расширяется парк автомобилей скорой помощи, 88 уже работают на линии, остальные 128 поступят до 10 декабря. В целом количество карет скорой помощи увеличилось в 2,5 раза. Необходимо отметить очень интересный факт. Начиная с августа, количество вызовов скорой помощи, даже несмотря на сложный период этих полутора месяцев, не увеличится. То есть в городе Усть-Каменогорск приблизительно между 350-380, в целом по области от 1200 до 1350. Для повышения доступности и своевременной диагностики COVID-19 к действующим 13 ПЦР-лабораториям за счет местного бюджета дополнительно открывается 7, общей мощностью 7 тысяч проб в сутки.
На сегодня 4 уже функционируют. 25 ноября приступят к исследованию еще 3. Таким образом, все имеющие ПЦР-лаборатории составят единую областную сеть. Мощность достигнет 16 тысяч проб в сутки. С начала пандемии проведено 355 тысяч тестов, в том числе только за последние 17 дней 57 тысяч. К слову сказать, в октябре мы провели 54 тысячи тестов. Таким образом, практически свыше 4 тысяч тестов мы делаем за последнее время. Всего в рамках борьбы с пандемией в систему здравоохранения вложено на приобретение оборудования, обновление основных фондов 22,4 миллиарда тенге. Кроме того, сформирован стабилизационный фонд лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты в объеме 1,9 миллиардов тенге. Для контроля за ситуацией и принятия оперативных мер создан центр локализации очагов КВИ, который объединяет 5 цифровых модулей, занимающийся различными вопросами от анализа инфицированных по данным лаборатории до устранения очагов и координации работы медбригад. На слайде это достаточно хорошо отражено. Последний модуль называется «На карантине». Мы в режиме реального времени видим, если пациент вышел за пределы своего дома, мы видим его буквально сразу. Таким образом, на основе данных центра 584 медбригады за 15 дней ноября провели профилактическую работу с более чем 10 тысячами контактами лиц в 3500 очагах инфекции. Мы имеем возможность еще на 100 бригад увеличить по необходимости эту работу. Также возросло количество мониторинговых групп. В сентябре их работало 100, в октябре 160, с ноября 167 групп отслеживают текущую санэпидситуацию. С 1 сентября по 10 ноября ими проведено 4000 рейдов, охвачено более 10 тысяч субъектов, выявлено 1500 субъектов бизнеса, нарушающих правила Санпина. Общий объем наложенных штрафных санкций составляет 70 миллионов. Вместе с тем, дополнительно приняты ограничительные меры по запрету работы объектов непродовольственного сектора в выходные праздничные дни. Я повторяю, выходные праздничные дни. Сокращен режим работы торговых центров, увеселительных заведений и других объектов массового скопления населения. Въезд на территорию области ограничен блокпостами. Также ограничен блокпостами города Усть-Каменогорск, Алтай, Серебрянск, Риддер и Глубоковский район. В результате принятых мер наметилась тенденция к улучшению ситуации. По сравнению с началом ноября снизилось репродуктивное число с 1,85 до 0,97. Сегодня средний республиканский показатель 1,08. Процент занятости коечного фонда уменьшился с 31,1 до 17,6. Надо сказать, что количество инфицированных с максимального значения 353 сократилось на сегодняшний день до 242, но мы видим эту тенденцию, мы имеем четкий анализ, сколько человек у нас находится в числе контактных, в том числе 3-го, 12-го дня, в ближайшее время мы ожидаем значительное снижение. Уважаемые коллеги, введение ограничительных и карантинных мер отразилось на системе образования. Педагогам в самый короткий период времени пришлось перестроиться и перейти на методику дистанционного обучения. Было сделано все возможное, чтобы дети, у которых нет компьютеров, не отстали от образовательных программ. Поэтому мы закупили для школ области дополнительно 33,7 тысяч компьютеров. Это увеличило компьютерный парк до 54 тысячи. В результате обеспеченность компьютерами на одного школьника составляет 1 компьютер на 4 ученика, при среднереспубликанском 1 компьютер на 11. К сети интернет подключены 90% от общего контингента учащихся, 6 тысяч детей обеспечены роутерами. В области снят вопрос функционирования трехсменных школ. В этом году мы ввели 3 школы. Одну в селе Караул в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорск на 1000 мест, а также школу-интернат в селе Ахжар. В этом году, благодаря программе дорожной карты занятости, мы отремонтировали 394 общеобразовательных учреждений из 646 школ.
На эти цели направлено 11 миллиардов тенге, что в 5 раз больше, чем в прошлые годы. 70% образовательной среды, как я уже сказал, отремонтировано за счет дорожной карты занятости. В целом ДКЗ реализовывается на 819 инфраструктурных проектов. На сумму 77 миллиардов тенге создано 21,1 рабочих мест. Программа выполняется полностью и показывает и свою высокую эффективность. Значит, в том числе по ДКЗ отремонтировано 479 объектов социальной инфраструктуры. Из них, как я уже сказал, образовательная среда, 30 объектов здравоохранения, 76 объектов культуры, 43 объекта спорта, 66 социальных проектов. Проведен ремонт 238 километров улиц дорог, благоустроено около 100 дворов, отремонтировано 90 километров водопроводных сетей. Кроме того, в рамках этой программы завершается в этом году строительство радиологического центра онкологической больницы города Семей. Ведется строительство и реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск. Ведется также реконструкция аэропорта города Унжар, модернизация операционного блока Центра онкологии и хирургии областной онкологической больницы и много других объектов. Ключевым вопросом является выполнение плана 5 социальных инициатив Нурсултана Абишевича Назарбаева. В этой связи мы ведем активное строительство общежитий для студенческой молодежи. Было запланировано 11 общежитий, в том числе 7 для колледжей, по которым взято обязательство областного бюджета. Из этих 7, 2 в прошлом году открыто, по 4 мы ведем строительство и на следующий год завершаем. Один объект будет начат в следующем году, поэтому поручение Нурсултана Абишевича Назарбаева безукоснительно будет выполнено. Порог этому эффективное строительство, и мы, безусловно, задание Ельбасы выполним. Поэтому это вот то, что касается крайне важного момента. Значит, решая задачи социального характера, особое внимание мы уделяем малообеспеченным многодетным гражданам. В области 10383 малообеспеченных семей и 26795 многодетных семей. Что сделано? 48 тысяч учащихся из этой категории обеспечены школьной формой и обувью на 1,2 миллиарда. Родители 4 тысяч воспитанников освобождены от уплаты в детские дошкольные учреждения. Более 1500 студентов вузов обучается по грантам. Выделены безвозмездные гранты на реализацию бюджетных проектов, бизнес, точнее, проект на сумму 411 миллион тенге. По 740 проектам выданы кредиты на реализацию 146 бизнес-проектов на 576 миллионов. Выработан механизм поддержки многодетных семей. Концептуальной задачей является не постоянное решение проблем, о которых я сказал, а создание условий для развития бизнеса многодетных и малообеспеченных семей. Поэтому около миллиарда тенге в этом году реализовываются только на исполнение бизнес-идей. Это является важнейшим фактором нашей деятельности. Об обеспечении жильем. В этом году мы на начало года стояли в очереди 2054. Значит, мы дали за это время 382 квартиры дома. До конца года дадим и обеспечим жильем в целом 1038 многодетных семей. Таким образом, хочу подчеркнуть, задача реализовывается. Но при этом особо надо подчеркнуть, что с 2017 года очередь выросла в 4 раза. Если на 1 июля 2017 года стояло в очереди 538 семей, сейчас на 1 ноября текущего года стоит 2285. При этом мы в этом году выделим 1038 домов и квартир. Аналогичная ситуация будет решена в следующий год. Всего на поддержку многодетных и малообеспеченных семей в рамках нашей областной программы мы выделяем 4,1 миллиарда тенге.
фактором социальной стабильности является жилищное строительство. Мы ведем в этом году 519 тысяч квадратных метров с ростом на 17%. В текущем году в жилищное строительство проинвестировано 30 миллиардов или в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ключевой программой ближайших трех лет будет программа «Одноэтажный Восток». Мы завершили подведение инфраструктуры к нескольким районам ИЖС. В целом наши вложения составили 29 миллиардов тенге. В ближайшие три года это создает хорошие условия для того, чтобы 642 тысячи индивидуального жилья было построено. Это говорит о том, что 149 миллиардов тенге частных инвестиций будет вложено в это строительство. С учетом того, что сегодня на депозитах населения области находится 445 миллиардов, практически 150 миллиардов мы вовлекаем в строительство ИЖС. Вот это ключевой момент. Баяндамаға берілген 15 минут уақыт аяқталды. Мен сізге тағы да қосымша 4 минут уақыт беремін. Сол уақыттың ішіне қорытындысаңыз. Таким образом, решается очень важная программа, которая называется «Удовлетворение растущего внутреннего спроса». Концептуальная задача. Любая экономическая программа является удовлетворение внутреннего спроса. Так вот, эти 149 миллиардов – это и есть конкретная реализация задач. Значит, очень кратко. По программе «Чистая вода». Значит, по сравнению с 2015 годом мы в 9 раз увеличили объемы финансирования. Если в 2015 году это было 7 миллиардов, сейчас это 62 миллиарда. И мы эту задачу в ближайшее время решим. Обеспеченность водой, прежде всего, сельского населения, если в 2015 году составлял 65,1%, это был худший показатель в стране, сейчас мы довели до 82%. На следующий год все республиканские показатели по этой программе будут превзойдены. Дорожное строительство. Мы ведем ремонт и реконструкцию 1700 километров. На эти цели выделено 86 миллиардов тенге, в том числе из областного бюджета мы выделяем 40,7 миллиарда тенге. Это 665 километров дорог. В этом году доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 85%, при среднереспубликанской 75%. Развитие предпринимательства. Карта поддержки предпринимательства. Мы реализовываем с 2020 по 2025 год 32 проекта. Общий объем 645 миллиардов. Ключевыми проектами является это строительство завода тепловыделяющих сборок на Ульбинском металлургическом заводе. Это совершенно по-другому раскрывает облик нашей атомной промышленности. Мы переходим от продажи сырья к продаже готового продукта высокой добавленной стоимости. То есть Казахстан интегрируется в ту узкую область, у которой есть высокие технологии в области атомной промышленности. Ключевым является вторая очередь Актагайской ГЭС, Актагайской ГОК. Строительство, объем строительства 396 миллиардов будет на следующий год завершен. Очень кратко об инновационной деятельности. В целом объем инновационных продуктов Восточно-Казахстанской области составляет 223 миллиарда. Это четвертая часть всех инновационных продуктов Республики Казахстан, и ряд отмеченных проектов являются тому подтверждением. Государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство – это прежде всего 250 проектов. Мы их ведем. Мы по этому показателю занимаем достаточно лидирующие позиции. Реализовано в этом году на 21 миллиардов. Европейский банк реконструкции и развития. 29% всех проектов Европейского банка в регионах – это Восточно-Казахстанская область. Реализуем 7 проектов на 31 миллиардов тенге, освоено 18. В целом, значит, мы ведем эту работу в достаточной степени успешно. И на следующий год все 19 районов
поменяет, скажем, в соответствии с этим проектом, электроосвещение на своих улицах и автодорогах. Агропромышленный комплекс. В этом году мы получили свыше 800 тысяч тонн зерновых, 622 тысячи масличных культур. Ключевая задача – выполнить поручение президента по увеличению экспортной составляющей. Мы сосредоточились прежде всего на масличных культурах. Если до этого всего лишь 30% наших сырья перерабатывалось внутри области, в этом году вводим несколько крупных предприятий, или уровень переработки по мощности составит 700 тысяч тонн масла семян. Это перекрывает возможности области. Через полтора года мы будем иметь мощности по переработке масличных культур 1 000 000 тонн. Мы, безусловно, под это перестроим и поменяем структуру промышленности. Таким образом, поручение главы государства об увеличении экспортная составляющая в аграрном секторе, безусловно, будет выполнена. И это очень позитивно. Кроме того, мы знаем, сколько, где, как, какой составляющей мы привозим, скажем, в виде продуктов питания с других регионов, прежде всего наших соседей из Западной Европы. И в этом направлении также работа ведется. По программе «Ауыл без ЭГЭ» реализовываются 52 проекта на сумму 7,7 миллиарда тенге. Это хорошая программа, но продолжением этой программы является наша областная программа развития 5 районов приграничного географического расположения. Мы на этот проект планировали 209 миллиардов тенге. С учетом коррекции это 218 за 5 лет. В этом году 44 миллиарда. Построено и отремонтировано только в соответствии с этой программой свыше 155 объектов социальной сферы и многое другое. Развитие в ближайшее время получит туризм. Мы предполагаем, только в Алакольском бассейне в ближайшие 4 года будет вложено 24 миллиарда тенге. На сегодня мы вложили 11 миллиардов, построена инфраструктура, подготовлены земельные участки для строительства туристических комплексов, я бы сказал, высокой звездности. Таким образом, мы продолжаем эту работу. Если в этом году, несмотря на все сложности, было порядка 600 тысяч туристов, в ближайшие 2 года мы, безусловно, выйдем на рубеж 1 миллион туристов. Кроме того, журналистер, сіздердің назарларыңызға мемлекеттік саясат пен стратегиялық бағдарламаға негізделген өңірді дамытудың негізгі бағыттары ұсынылды. Мемлекеттік органдардың барлық мүмкіндері, әлеуметтік міндеттері шешуге, халықты жұмыспен қамтуға, тиімді экономикасы мен заманға сай инфрақұрылымы бар өңірде өмір сүруге қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Рахмет, Даниал Кенжетайұлы. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы жайында соңғы 10 айдағы көрсеткіштермен бөліскеніңізге және болашақтағы бағыт-бағдарды айқындап бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Даниал Кенжетай, все-таки хотели узнать, какие ключевые проблемы вы бы отметили для себя приоритетными в следующем году? Безусловно, ключевой программой развития в области будет являться в первом полугодии это борьба с коронавирусом, это... И мы, безусловно, знаем, что нужно делать, несмотря на сложности периода, и как нужно сделать. Следующим направлением является развитие экспортного потенциала в промышленности и сельском хозяйстве, и развитие сферы услуг, которая выражается в развитии туристических отраслей. Безусловно, кроме того, и это текущая задача, вместе с тем она находит и стратегическое переломление, это решение задач и защиты социально уязвимых слоев населения и усиление и укрепление базы образовательной среды. Спасибо за ответ, Даниал Кенжетайұлы. Біз сұрақ жауапқа көшеміз. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өздерінің сауалдарын жолдауға дайын тұр. Уважаемые зрители, мы переходим к сессии «Вопросы и ответы». Представители средств массовой информации готовы задать свои вопросы в прямом эфире. Мы хотим напомнить коллегам, чтобы задавали не более 2 вопросов, коротко и ясно. С нами на связи Айнур Коскина, Вести Киджи. Айнур, добрый день. Ваши вопросы.
Добрый день. У меня первый вопрос Данилу Кенжетаевичу. В самом начале пандемии все регионы, в том числе ВКО, расписывали, в каком районе идет и сколько человек заразились, где идет вспышка, где идет заражение. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вы, ваш регион является лидером по числу заражений, и в каких районах вспышка и почему? Ну, безусловно, мы понимаем и знаем. Я скажу, вот, предопределяя, наверное, будут еще некоторые вопросы. Прежде всего, что мы делаем? Я уже сказал, что у нас есть центр локализации, 5 цифровых программ, и мы не ждем, пока какое-то другое государственное ведомство преподнесет нам эту программу. Мы ее разработали, и она у нас пионерная в стране работает. Кроме того, мой заместитель в 7.30 утра, я сам в 11 и в 19 провожу совещание с главными врачами и с акимами, и между 22 и 23 отдельные регионы докладывают мне о текущей ситуации. Безусловно, сегодня увеличение заболевания коронавирусом, пока, я повторяю, пока фиксируем, прежде всего, город Усть-Каменогорск, в городе Алтай, в глубоком скоровине и в городе Риддер. Спасибо. Айнур. Следующий вопрос. А причины выясняли все равно, приблизительно эпидрасследование? Нет, дополнение. Эпидрасследование проводили, приблизительно причина, почему, где больше всего вспышка наблюдается именно? В каких-то предприятиях это или там, я не знаю, в магазинах? Значит, ну давайте обойдемся в этом деле без слова приблизительно. Мы точно знаем, почему это происходит. В общем-то, мы ничем не отличаемся от остальной части человечества. Такие же явления переживают свои страны, скажем, Россия, Франция и так далее. Я вам сразу скажу, что от чего это зависит? Это зависит прежде всего от состояния общества, от нас с вами, насколько мы дисциплинированы, насколько мы бережем себя и бережем наше сообщество. Второй вопрос. Это дисциплина соответствующих контрольно-надзорных структур, третье – климатические условия, и четвертое – эффективное состояние здравоохранения. Вот четыре основных принципа, на которых, вокруг которых должна вязаться эта работа. Сразу могу сказать, что система здравоохранения, стационары, на мой взгляд, работают сейчас эффективно. Сегодня мы, я уже вначале сказал, наша коечная сеть заполнена только на 17%, и это далеко не предел, поскольку мы можем до 6200 в первом приближении и до 7000 во втором приближении увеличить количество коек, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом. Проблема не в этом. Мы видим, как наши врачи эффективно начинают пользоваться новыми препаратами. 60 с лишним процентов плазмы крови собрано в нашей области, и наши врачи начали эффективно пользоваться. Я уже не говорю о других препаратах, которые в большом количестве заполнены, имеются в медучреждениях Восточно-Казахстанской области. Спасибо. Айнур, второй вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я спрашивала, где идет заражение. Это коллективы, я не знаю, школы, магазины. То есть вы же эпидемиологическое расследование проводили. Где наиболее подвержено, вот в Каменогорске, в Алтае, в Глубоковском районе? Откуда идет источник? То есть в основном это где, в каких вот контакты, где они идут в основном? Значит, основное заражение проходит в местах массового скопления людей. Это большие массовые пространства, это общественный транспорт. Вот вам очень конкретный ответ. Это мы точно знаем, поэтому и приняты меры ограничений, которые есть в наших городах. Если вы обратили внимание, то мы запрещаем въезд в город Усть-Каменогорск. Аналогично приняты меры в городе Риддер, в Глубоковском районе, в городе Серебрянск и в городе Алтай. Получается, в больших предприятиях, в школах массовое заражение не зафиксировано? В больших предприятиях никаких массовых заражений нет. К слову сказать, например, в Касцинке на сегодня заболело 104 человека, но это на весь период времени. Еще раз повторяю, основными источниками заражения как в Восточном Казахстане, так и по всей стране, так и во всем мире являются места массового скопления людей. Спасибо за ответ. Айнур, второй вопрос.
Да, второй вопрос. Вот только что вы сказали, что на 153 аппарата ИВЛ увеличено количество к ноябрю 2020 года. Скажите, какие аппараты ИВЛ вы закупали? Это казахско-турецкий Биовент или немецкий Савина-300 Селект? Ну, я, значит, слегка разочарую вас. Мы не покупали казахско-турецкие. Вот, мы, значит, покупали это оборудование в Швейцарии, в Соединенных Штатах и Японии. Мы купили 50 аппаратов Хэмилтон в Швейцарии. Мы купили значит, аппараты ТВ-100 в Соединенных Штатах и НКВ-550 в Японии. Средняя стоимость наших аппаратов 16 миллионов 600. Айнур? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Сарсембаева Бахыт, газета «Рудный Алтай», с нами на прямой связи. Бахыт, добрый день. Спасибо. Ваши вопросы. За ответ. Спасибо. 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 Бахыт? Добрый день. Добрый день. Даниил Кенжетаевич, газета «Рудный Алтай», Бахыт Сарсембаева. Зум. Восточный Казахстан вошел в красную зону. Но жители региона не верят, потому что занятость коечного фонда составляет всего 20%. Связано ли это с плохой работой частных ПЦР-лабораторий? Люди пишут в комментариях, что они зачастую выдают ложную информацию. В этот список усть-каменогорцы сейчас включают и поликлиники. Люди сдают ПЦР-тест, а им массово приходит сообщение о положительном результате. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы знаете, наверное, в целом, и не только в области, мы прежде всего должны направить свою энергию на решение проблемы, а потом уже заниматься поиском крайних, значит, виновных и так далее. То, что касается ситуации нашей с вами области, то мы действительно имеем интересную ситуацию. У нас 17% коечного фонда загружено. Я сказал, что это далеко не предел. И наши врачи успешно осваивают новую технологию. Плюс к тому, что высокая обеспеченность очень, очень эффективными медпрепаратами. Я уже, если вы обратили внимание, сказал, мы на большое количество людей привезли препарат. И вы знаете, он дает отличный результат, хотя применение мы его начали с 12 ноября. Действительно, и в первой, и во второй фазе борьбы с коронавирусом мы имели многочисленные факты, когда ПЦР-лаборатории тянутся конечными результатами от 15 до 36 дней. Поэтому мы вынуждены были принять меры, закупать еще новые ПЦР-лаборатории и сделать так, чтобы в наших больничных учреждениях работало 7 ПЦР-лабораторий, общей мощностью 7 тысяч проб в сутки, с тем, чтобы все, что сегодня находится в зоне влияния системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области, было замкнуто. Мы по 24 часа видели и регулировали эту ситуацию. Факты некорректного, неэффективного работы ПЦР-лаборатории, к глубокому сожалению, есть. Поэтому мы иногда видим и затяжку сроков, и ложноположительные, и ложноотрицательные результаты. Все это пока, к сожалению, имеет место. В соответствии с поручением санэпидемстанции области должна чаще и чаще эффективно заниматься вопросом ретестирования с тем, чтобы выявлять некачественную работу. Но я надеюсь и глубоко убежден, что 7 лабораторий, которые мы завершим, более половины которых уже работают, и 3 будут завершены до 25 ноября, позволят нам заняться, решить вопросы самообеспечения в реализации ПЦР-тестирования, а частный сектор будет работать на рынке, будем так говорить, свободных отношений тех, кто захочет пройти тестирование. Спасибо за ответ. Бахыт, есть еще вопросы? Да, спасибо большое. Вопросов больше, спасибо. Чем нет. Семей Таны газетінің журналисі Молдашева Риза. Бізбен бірге тікелей байланыста. Риза, қайырлы күн. Сұрақтарыңыз. Қайырлы күн.
Даниил Кенжетайұлы, ПТР-тест құны қымбат, кез келген адамның қалтасы көтере бермейді. Қазіргі жағдайда барлық жерде ПТР-тест сұрайды. Неге ПТР-тесті тегін қылмасқа, соған мүмкіндік бар ма? Иә. Сәлемет пе, Риза, сәлемет пе. Міне, сіз өте жақсы білесіздер. Сіз жақсы білесіз, бірінші ПЦР-тестінің құны 18500 болды. Қазіргі таңда, содан кейін 11500, қазіргі таңда 800-125. Ал енді тегін мәселесін, ол енді, мен ойлап отыр, үкімет қарау керек. Бізде ондай мүмкіншілік жоқ, мүмкін болашақты уақытта осы мәселе шешіледі. Рахмет. Рахмет. 8025 дейді. Екінші сұрақ. Екінші сұрағыңыз. Қазіргі таңда, Даниил. Риза, мен тағы айтпай, бірақ та 10 категория бар. 10 категория бар, сол кісілерге тегін беріледі. Оның ішінде біріншіден инфекциялық стационарға емдеуге жатқызған пациенттер, екінші COVID-19 күдікті провизорлық стационарға жатқызған пациенттер, үшінші стационарлық деңгейдегі ЖРВИ және пневмония белгілері бар COVID-19-ды жоққа шығармайтын пациенттер. И төртінші, үйде оқшаулауға жағдай болмаған кезде карантиндік оқшаулағышқа жатқызған симптомсыз COVID-19 белгілері бар адамдар. Міне осы категория бар. Мен барлығын айтпадым, бірақ та сіз өзіңіз жақсы білесіз. Ондай осы 5 сан бар. Рахмет. Риза, екінші сұрағыңыз. Даниил Кенжетайұлы, қазіргі таңда облыс бойынша бірнеше аудан орталықтарында ғана компьютерлік томография аппараттары бар. Эпидемиологиялық қазіргі жағдайға байланысты науқастарды шалғай ауылдардан немесе бір ауданнан екінші ауданға компьютерлік томографияға түсіру үшін жібереді. Әр науқас өз қаржысына барып келеді. Жаңадан алынып жатқан жылжымалы КТ аппараттарын әр аудан орталығына бір данадан бөлу мүмкіндігі бар ма? Мен сіздерге жаңа айтып бердім, жалпы бізде 18 КТ бар. Мынау математика салысында айтқанда бір компьютер 250 мың халқы болу керек. Біз оған қарамай 18 алдық. Оның біреуі қазір Семейде, екінші ауруханаларда. Содан кейін біреуін біз Ұржар ауданына қойдық, біреуін біз тағы да Өскеменге қойдық жаңа аурухана. Мен осы мәселе туралы мына біздің бас дәрігермен ақылдасып, мүмкін алдымызда тағы да бір-екі ауданға осындай қалай да болса да КТ компьютерді сатып аламыз. Бірақ та қазіргі кезде бір кісі кезекте тұрған жоқ. Біз тәртіп бойынша, біздің график бойынша қазір барлық аудан жақсы білет, қай компьютерный томографқа, қай күнде, қай сағатта олар ауырған кісілермен бірге бару керек. Бірақ та, Риза, ойланып жүрміз, мүмкін мысалы біз тағы да КТ-ні мынау Зайсан ауданына, Күршім ауданына, мүмкін Тарбағатай ауданына келешекті жылда сатып аламыз. Рахмет. Риза, сұрақтарыңызға рахмет айтамыз. Тамара Валь, власть КИЗ. Президент сказал, что Восточно-Казахстанская область занижали официальную статистику по заболевшим. Почему это произошло и каковы реальные цифры? И кто и каким образом будет за это наказан? Я уже сказал, не наше дело заниматься поиском виновных. Наша задача реализовать поручение президента. И я отметил формы и методы работы, которые мы делаем, и результаты, которые мы достигли за это короткое время налицо. Резко снизился уровень репродуктивности, и он ниже среднереспубликанского показателя. И еще раз напоминаю, уровень использования наших больничных мастностей составляет 17 с лишним %. Поэтому мы сегодня заняты прежде всего работой, которая решит эту задачу. Спасибо. Безусловно. После этого мы разберемся с фактами, кто явился одной из сопутствующих причин этого явления, и все будут привлечены к ответственности. Следующий вопрос от Тамары. Вам поручили стабилизировать ситуацию с коронавирусом в течение 2 недель, однако уровень заболеваемости фактически не снижается. Вы сами верите в то, что к концу ноября это получится сделать, и каким образом?
Я не просто верю, я в этом убежден, и мы работаем суточно. Я уже сказал, что если на 7 ноября было 353, сегодня мы имеем 242, и у нас есть позитивная статистика, которая говорит о резком снижении. Поэтому глубоко уважаю ваше мнение, но мои доводы основаны на четких результатах действий всех наших врачей и на той деятельности, которую проводят акимы всех районов. Спасибо. Спасибо за ответ. Я хочу напомнить коллегам, что время пресс-конференции ограничено. Задавать не более 2 вопросов, а также снимать повторяющиеся вопросы по смыслу от себя. Асылбек Данияр, Астана ТВ, бізбен бірге тікелей байланыста. Қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Қайырлы күн, рахмет, Дания. Даниал Кенжетайұлы, менде алғашқы сұрақ. Осы орталығы Өскемен қаласының тұрғындары осыдан бір апта бұрын біздің телеарнамызға хабарласып, медициналық көмек алмай жатқандарына шағымданды. Сонымен бірге ол кісілердің барлығында КВИ белгілері болған, тіпті олар ПТР сынамасын тапсырған, дегенмен де оның нәтижесін 2 апта бойы күтіп жүр екен. Жалпы осындай жағдайдан хабарыңыз бар ма? Өзіңіздің қалай реттемек ниеттесіздер жалпы? Сөзсіз хабар бар, мен жаған айттым ғой, екі жұма емес, кейбір кезде 36 күн болған, ол бірақ ол наурыз айында. Сол себептен біз өзіміз жаңа 7 ПЦР зертхана сатып алдық. 25-ші қарашаға дейін ол бәрлік іске салынады. Сонда тек қана өзіміздің облыстық ауруханаларда 7 ПЦР зертхана жұмыс істейді. Оның қуаттығы 7000 бір сүткенің ішінде, сол себептен осы мәселе сөзсіз шешіледі. Мен жақсы білем, қанша күнді, қаншама сағат ПЦР лабораторияда бірінші нәтиже шықпай тұрған. Оны біз жақсы білеміз. Қазір біз осыны электрондық бақылауға кіргіздік. Бірақ та мәселе 25-ші қарашадан кейін сөзсіз шешіледі. Келесі сұрағыңыз? Келесі сұрағым, қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан облысы вирус жұқтыру бойынша бірінші тұрған өңірлердің бірі. Сіздер, яғни карантинде шектеу мақсатында блокпосттар қойдыңыздар, санитарлық посттар қойдыңыздар. Енді айтыңызшы, неге осы нәтиже бермей жатыр? Аймақ әлі де осы аурушаңдық деңгейі бойынша бірінші орында тұр. Тек қана уақыт керек, мен сізге тағы да айтып берейін. 7-ші қарада 353 кісі болды, қазір 242, 3 күннен кейін көресіз қандай нәтижеге біз жетеміз. Оған коронавируске тек қана уақыт керек. Біз шектеулі мәселені қазір іске салдық, жаңа құралзаттарды алдық, дәрі-дәрмекті әкелдік. Күні-түні біздің дәрігерлер мен әкімшілік жұмыскері жұмыс істеп жүр. Мен сенемін, нәтиже дұрыс болады. Әріптесімнен нақтылау сұрақ жоқ болса, сұрақтарына рахмет айтамын. Бір ғана сұрақ. Қысқа. Нақтылау сұрағы қысқа сұрақ. Рұқсат па? Қысқа. Жаңа айттыңыз, осы балалар арасында коронавирус жұқтыруына байланысты мектептер жабылды дедіңіз. Жалпы облыс бойынша барлық мектеп жабылды ма, оқушылардың барлығы қашықтан оқып жатыр ма, әлде штаттық неде жұмыс істеп жатқан мектептер де бар ма? Режимде. Қазіргі кезде 646 мектептің 223 штаттық режимде жұмыс істеп жүр, қалғаны дистанционно. Рахмет. Әріптесіме рахмет айтам, келесі журналистің сұрағына көшейін. Қазақстан ұлттық арнасы Фариза Қалимурзина. Бұқтырмасы қоймасының үстінен көпір салу бойынша тендерді жергілікті жауапкершілігі шектеулі серіктестік жеңіп алыпты. Облыстық маңызы бар жолдарды ғана жөндеп жүрген мекеме мұндай үлкен көпірді қалай салмақ? Осы салада мүлдем тәжірибесі жоқ компания тендерді қалай ұтып кетті? Мен сізбен келіспеймін. Неге десеңіз, ол компания үлкен тәжірибесі бар. Өте жақсы жұмыс істейді, облысты үлкен құрылыстар өткізіп атыр, сол себептен заңға сәйкес осы тендерді өткізілді. Жауыңызға рахмет. Сол себептен сіздің ақпаратыңыз дұрыс емес. Человек и закон, Марат Башимов, с нами на прямой связи. Марат, добрый день, ваши вопросы. Добрый день, у меня простой вопрос Даниилу Кенжетаевичу, я его спрашивал об этом. Дело в том, что экологическая ситуация в Кемногорске, она всегда оставалась очень сложной, а теперь она еще отягостилась вот этим коронавирусом. Я спрашивал Даниила Кенжетаевича, он говорил, что прилагает усилия к тому, чтобы
новые очистные сооружения все-таки установились на вот этих, там же и титано-магниевые, свинцово-цинковые, и полиметаллические все заводы, и людей больных уже там, и на этот коронавирус накладывается. То есть что вот конкретно сейчас ситуация в этом плане? Значит, устанавливаются они или будут установлены вот эти, потому что я еще спрашивал, что там больных раком очень много раз. А вот по предыдущему вопросу еще свое мнение хочу, вот мой коллега-журналист задавал, что вот все-таки правильно делаете, что не надо детей в школу пускать. Я вообще не понимаю, как кругом полыхает коронавирус, еще детей толкать в школу, чтобы они, и при этом вот россияне утверждали, что никто не болеет, а сейчас все болеют. Ну, это моя частная точка зрения, а вопрос я уже сформулировал. Рахмет. Вы знаете, я хочу вот еще раз поддержать вашу частную точку зрения. Я тоже абсолютно сторонник того, что при первом случае школа должна закрываться, мы должны переводить их на дистанционную форму обучения. Как я уже сказал, более чем обеспечены мы соответствующими компьютерами, поэтому это неукоснительно выполняется. То, что касается экологии, вы понимаете и знаете, что, в общем-то, экологическая ситуация это является последствием той промышленной политики, которая проводилась долгое время и не в период развития независимости нашей страны. Но факт есть факт, поэтому какая работа проведена? За последнее время вложено 35 миллиардов тенге. Это позволило нам, значит, снизить на 10 тысяч тонн выбросы. Казцинк, основное наше предприятие, сократило выбросы на 41,7 тысяч тонн за последние 15 лет. Что сейчас нужно делать? Сегодня подготовлена комплексная программа. Готовится новый вариант экологического кодекса для того, чтобы концептуально решить, страна и все мы должны изменить свои стандарты. То есть то, что сегодня устраивает промышленные предприятия в определенной степени, продиктовано тем же, той же нормотворческой базой, должно быть изменено. В соответствии с изменением законодательной базы, я глубоко убежден, что мы перейдем к тем же условиям, с которым работает Европа. Поэтому надо поменять законодательную базу. Мы имеем в будущем времени программу решения экологических задач города, прежде всего, Усть-Каменогорск, который является основным, будем так говорить, местом, где сложная экологическая ситуация. Это Казцинк, это наши энергетические мощности и заводы ТМК, УМЗ и другое. Предполагаемая программа содержит объем финансирования свыше 50 миллиардов тенге. Спасибо. Спасибо за ответ. Марат, у вас есть еще вопросы? Нет, спасибо большое. У меня только один вопрос. Благодарю. Диана Кулмагамбетова, Информбюро, с нами на прямой связи. Диана, добрый день. Ваши вопросы. Добрый день. У меня вопрос касательно обращения к Акиму Восточно-Казахстанской области трудового коллектива «БИПЭК Авто». Прошу прощения. Я хотела бы узнать, ознакомился ли глава региона с этим обращением и может ли ответить на их вопросы о том, что готова региональная власть предпринять в этом вопросе и оценку экономических и социальных рисков устранения с рынка этого предприятия? Ну, скажу вам так, я думаю, не точнее, глава региона, безусловно, в курсе этой задачи. Я только за последнее время дважды встречался с господином Балушкиным. Есть проблема, она носит первый юридический характер. В соответствии с юридическим характером идут судебные процедуры между Министерством индустрии и этим предприятием. К сожалению, юридическая часть не в сторону предприятия, поскольку оно не выполнило своих обязательств. Если вам интересно, то мы соответствующую копию документа можем вам представить, и вы увидите. Относительно, как государство относится к этой задаче в целом. За последние 10 лет компания получила 327 миллионов долларов, я повторяю, 327 миллионов долларов в виде льгот и преференции.
И, наконец, третье, наши отношения. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эта конфликтная ситуация максимально быстро решилась. Мы подписали соответствующую дорожную карту, в частности, мой заместитель Шакарим Сабырович Буктугутов, который бы, на наш взгляд, решал задачи. Пока оно не нашло поддержку, прежде всего, БПКАФТА, но мы работаем. Мы знаем не просто ситуацию, мы знаем все технологические нюансы. Спасибо. Диана, второй вопрос. По этому первому вопросу. И хотелось бы узнать все-таки ваше мнение, как отразится это на экономике региона и на налоговых поступлениях, на занятости населения в целом? Пока налоговые поступления не уменьшились. Пока не уменьшились. Будем работать и двигаться от конкретной ситуации. Не думаю, что мы доведем эту ситуацию до какого-то остановки предприятия. Мы видим слабые места как позиции Азиавто, так и других наших органов. Наша задача – найти разумное решение, позволяющее сдвинуть эту задачу в пользу, прежде всего, трудового коллектива. Не владельцев, а в пользу трудового коллектива. Спасибо за ответ. Диана, переходите к следующему вопросу. Следующий вопрос, возможно, немножко личного характера. Хотелось бы узнать, санитарные врачи страны рекомендуют лицам старше 65 лет не выходить лишний раз на улицу, тем более, когда регион в красной зоне. Хотелось бы узнать, насколько вам удается соблюдать рекомендации санитарных врачей. Мы понимаем, что у вас работа и так далее, но все-таки хотелось бы узнать про это. Я стремлюсь соблюдать, понимаете, но вы абсолютно правы, иногда приходится встречаться, поскольку бывают ситуации, когда те или иные проблемы вызывают или непонимание, или неполное понимание, и тогда я в определенной степени встречаюсь, мы стараемся, чтобы эти встречи, безусловно, происходили при соблюдении социального дистанцирования, но я встречаюсь с довольно большим количеством людей, но... Все это можно делать, практика показывает, если соблюдать меры предосторожности, рекомендованные нашими врачами. Спасибо. Диана, благодарю вас за вопросы. Перехожу к следующему журналисту. Азамат Сыздыкпаев, Казинформ. Восточно-Казахстанская область является одним из лидеров в списке регионов по росту больных коронавирусом и находится в красной зоне. Стоит ли ожидать ужесточения карантинных мер в регионе и каких именно? А также... Даниил Кенжетаевич, вы ранее уже ответили на этот вопрос, если есть дополнение в пару-трех предложениях. Дополню. Да, это вот существенная часть, она волнует огромное количество людей. Мы не будем заниматься дальнейшим ужесточением. Глубоко убежден, что мер, которые мы приняли, более чем достаточно. Еще раз я бы попросил, и все мои земляки знают, больше дисциплины, и все будет нормально. Спасибо за ответ. Ефремова Юлия, корреспондент сайта inbusiness.kz, с нами на прямой связи. Юлия, добрый день. Ваши вопросы. Добрый день. Мне хотелось бы продолжить тему моего коллеги. Она касается экологии, ведь экология для усть-каменогорцев – это достаточно такая актуальная тема. К сожалению, есть определенные факторы, на которые мы не можем повлиять. Да, это географическое расположение города, наличие промышленных предприятий, работа ТЭЦ на угле, большое количество автотранспорта. Но вот одно из предложений, как улучшить экологию в нашем городе, прозвучало несколько лет назад. Тогда предложили перевести автопарки с бензина на газ. И, насколько я помню, даже в 2009 году были попытки внедрить стандарты ЭКО-3.4, но, насколько я знаю, они не увенчались успехом. Очень бы хотелось узнать, Даниил Кенжетаевич, предполагается ли обновление наших автопарков, чтобы частично улучшить экологию города? Да, предполагается, но пока мы исходим из факта реальности. Мы хотим взять в ближайшее время кредит 4,5 миллиарда тенге и закупить 93 новых автобуса, которые отвечают стандарту Евро-4, Евро-5 с минимальным количеством выбросов. Я думаю, что в ближайшее время эта задача будет реализована. Я очень хочу, чтобы мы перешли на электробасы и многое другое, но, соответственно, здесь есть вопросы, связанные прежде всего со стоимостью этих очень дорогих автомашин, но, к счастью,
И наши предприятия, в частности Семея, сегодня уже переходят на Евро-5, Евро-4, и наши автобусы отвечают всем экологическим стандартам. Нам надо вместе с вами сделать возможность быструю замену старого парка, который и я, и мы видим. Это наши старые Volvo, которые работают очень долго, несмотря на свое качество. Спасибо. Юлия, есть второй вопрос у вас? Нет, второго вопроса нет. Спасибо за ответ. Рахмет. Құрметті журналист әріптестер, естеріңізге сала кетейін, баспасөз мәслихатының уақыты шектеулі. Екі сұрақтан асырмаңыздар және қысқа нұсқа қоюларыңызды сұраймын. Қазақ Таймс редакциясынан Күлтегін Аспанұлы бізбен бірге тікелей байланысты. Асан, қайырлы күн, сұрақтарыңыз. Қайырлы күн. Бірінші сауал. Осы 16 қараша күні президент Тоқаев бірқатар облыстарда, соның ішінде Шығыс Қазақстан облысында тіркелген аурулардың статистикасында бұрмалаушылық болғаны туралы айтты. Оны жаңа әріптесінде сұрады, бірақ толықтыру сұраймыз осыған байланысты. Ақордаға хабарластық, Ақорда бізге әкімдіктерден және министрліктерден сұраңыздар, толыққанды ақпарат сол кісілер береді деп сіздерге бағыттады. Шығыс Қазақстан облысында нақты қанша, қандай бұрмалаушылықтар болды? Бізге саны өте маңызды. Қазіргі таңда Шығыс Қазақстанда 14402 кісі ауырып жүр. Оның ішінде 659-ы аурухананың ішінде жатыр. Оның ішінде бүгін ауруханадан шыққан 59. Рахмет. Жоқ, бұрмаланған фактілер туралы бізге. Бізге Ақорда айтты ғой, жергілікті әкімдікпенен министрлік беруі керек деп. Президент бұрмаланды деді ғой статистика сіздердің өңірлеріңізде. Ұқтым. Мен бұрын осы уақытқа, осы жауапқа мен тапсырма бердім. Біз қазір біріншіден коронавирусқа қарсы жұмысты өткізіп жүрміз. Аз уақыттан кейін осы мәселе жеңілген, дұрыс нәтиге жеткеннен кейін біз тексеру өткіземіз. Қазіргі таңда біздің бірінші жұмысымыз осы COVID-19-ға қарсы жұмыс істеу. Осыған байланысты нақтылау сауалы, сіз жаңа айттыңыз, репродуктивті көрсеткіш төмендеді деп, бірақ күнделікті тізіліп отырған бірінші қарашадан бері локдаун енгізілгелі бері өңірде 4600 адам ковидтің 10 қорытындысымен ауырғаны белгілі болып отыр. Бұл өткен айдың тұтас жиынтығынан да көп. Бірақ осы 20 күнде тек 2-ақ күнде ғана 197 болған. Қалғаның барлығында 210-нан жоғары тұр. Осыған қарап, осы қазанның соңында расында да 800 болмаса 700 адам ауырып жасырылған жоқ па деген сұрақ туады. Себебі 19 күнде де 250-230-дан түспей тұр. Расында да осыны зерттеп, қай уақытта бізге нақты қазан айының соңында бұрмалаушы болған туралы дедлайн айта аласыз? Уақытын айтыңызшы. Сіз келіңіз, мен сізге автокөлік беріп, барлық ауруханаларға барыңыз. Бүгінгі таңда 659 кісі ауруханаларда жатыр. Ауруханалар тек қана 17.7%-ке толып тұр. Барыңыз, көріңіз, онда ішкені істеме құпия мәселесі жоқ. Келіңіз, мен сізді тосам. Рахмет. Күлтегін, екінші сұрағыңызға көшіңіз. Екінші сауал. Даниял Мырза, сізге 28-ші шілдеден бері біз Алматыдан сұрау хат жолдап жүрміз. Бір емес, 7-8 рет сұрау хат жолдадық. Халықаралық Еуразия Нет басылымдарында, басқа да басылымдарда сіздерде Шығыс Қазақстан облысының тұрғынының басында қиын жағдай туралы жарияланды. Мәселесін шешіп беру үшін, мәселені зерттеу үшін біз талай мәрте, талай басқармаға тіпті толыққанды шешім таппағандықтан өзіңіздің атыңызға да жолдадық. Бірақ бізге мәселені шешетіндей жауап берілген жоқ. Тек осы уақытқа дейін көмектескендігі туралы есеп қана беріп отырды сұрау хаттарда. Сіз осы Майра Жұмагелдинаға қатысты мәселелерді өз бақылауыңызға алып, шешуге елдің алдында сөзіңізді алып алсақ деп едік. Себебі ойлаңыз, 3 айдан бері біз осы мәселенің түбінде әлі жүрміз. Жақсы, былай болады. Мен қазір келгеннен кейін Өскеменге осы мәселені қарап, дүйсенбі күні мен өзім сізбен байланысқа шығам, жауап берем. Рахмет үлкен. Неге десеңіз, жайдан жай сөзді айтпаймын. Дүйсенбі күні
мынау қазір менің көмексіме өте сұраймын. Телефоныңызды жіберіңіз, дүйсенбі күні мен сізге өзім байланысқа шығамын. Рахмет. Келесі журналистің сұрағына көшемін. Канал Атамекен Бизнес, Баймухамедов Диас. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Восточно-Казахстанской области, есть ли тенденция к снижению производства товаров, в частности, на экспорт? Знаете, мне кажется, вы зря обращаете внимание, обостряете на ситуацию в связи с, значит, со сложной ситуацией. Ситуация нормальная, непростая. Но не надо ее, так сказать, уж до боли обострять и создавать ту ситуацию. Иногда у нас, вы знаете, слона еще не видно, а все говорят о каком-то гигантизме. Отвечаю. Значит, объем экспорта не сократился. 1 триллион 900 миллионов задачи выполнены. Это объем промышленной продукции. Мы ни на одну тонну не сократили. Да, это в целом. Да, у нас на... буквально на 2000 тонн экспортировано меньше свинца. Да, у нас на 4000 тонн экспортировано меньше цинка, но до конца года, в конце года все задачи будут выполнены. Поэтому, друзья мои, есть частичные проблемы, связанные с борьбой с коронавирусом. Есть объективная ситуация в экономике, и я всегда говорю, давайте каждый должен заниматься своей проблемой. И не пытаться на одну задачу сварить другую. Спасибо. Спасибо за ответ. Жанар Сердалина, информагентство BestNews.kz. Глава государства назвал Восточно-Казахстанскую область в числе областей, где укрывали новые случаи коронавируса. Назовите, пожалуйста, на каком именно уровне скрывалась статистика, сколько новых случаев инфекции было скрыто и были ли лично вы в курсе искажений статистики по коронавирусу? Даниил Кенжетаевич, аналогичный вопрос прозвучал от Тамары Валь. Вы уже на него ответили. Я попрошу просто назвать сейчас точное количество заболевших коронавирусом, сколько людей сейчас лежат в больнице и сколько вы вы знаете, такой я, же ответ вы дали, знаете, только что. Я только что ответил. 14 402, 659 человек лежит в больницах. 93% всех больных уже вылечен. Перехожу к следующему журналисту. Ахмеджанова Зауреш, Первый канал Евразия. Причина роста заболеваемых коронавирусной инфекцией. Значит, я уже об этом сказал, но поскольку вы убедительно просите и каждый раз задаете одни и те же вопросы, я вам персонально отвечу. Первое. Есть некие общемировые понятия, они связаны с тем, состоянием нашего общества, состоянием самодисциплины, дисциплины. Поэтому если мы соблюдаем дисциплину, если мы одеваем маску, если мы социально дистанцируемся, то мы знаем, что борьба проблем будет решена. Это первое. Второе. Многое зависит от эффективности работы контрольно-надзорных органов, о чем я уже сказал. Более того, я сказал, что мы мониторим и видим ситуацию, и знаем, что нужно, как делать. С теми контрольно-надзорными функциями, которые находятся в пределах области. И третья задача, она связана с высоким профессионализмом и качеством работы наших врачей, о чем я уже также подтвердил. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от журналиста. Разобрались ли с обращением пользователя Facebook, который просил принять меры в отношении начальника управления полиции города Семей и начальника управления криминальной полиции Восточно-Казахстанской области? Он вымогал деньги, чтобы устроить на работу. Вы знаете, все факты, которые мы смотрим и Facebook, и в сети, мы тщательным образом анализируем. В ближайшее время начальник управления или руководитель полиции города Семей покинет свою службу. Аналогично разбираемся со всеми вопросами. Также еще один вопрос. Как решили проблемы Аягузского детского центра оказания специальных услуг? Значит, то, что касается Аягузского центра, мы в этом году профинансировали 140 миллионов тенге. Решили все текущие задачи. Объект обеспечен полностью необходимым штатным расписанием. На следующий год подготовлена проектно-сметная документация. Мы ее, значит, дали на рассмотрение тем и, значит, многочисленным специалистам, которые были из различных органов. Объект будет расширен. Я трижды лично был на этом объекте, поэтому, зная эту ситуацию очень хорошо, благодарен героическому, я не побоюсь, героическому труду работников этого учреждения, которые выдержали и навал прессы, когда они обвинялись в том, что они якобы похищают там продукты питания и так далее. Я благодарен этим работникам, которые, несмотря на сложности, работают
и работают героически, я сказал бы, и выполняют свои задачи. Следующий вопрос от журналиста Динара Абдирова, Хабар 24. Дорога Усть-Каменогорск, Рахмановские ключи. Проект застрял на полпути из-за бюрократизма на уровне министерств. Не могли из одного ведомства передать земли. Теперь желающих продолжить работы нет. Тендер не состоялся в этом году. Когда будет завершено строительство и насколько оно обойдется дороже государству? Значит, то, что касается, я буду говорить только о фактах, которые в моей компетенции. Первое, проектно-сметная документация пересматривается. Там нашлись некоторые проблемы. Они были связаны с тем, что в проекте было заложено технически очень сложное решение моста. В ближайшее время проектно-сметная документация будет откорректирована. Абсолютно не согласен с вашим тезисом о том, что якобы не находится подрядчика. В соответствии с законом министерства, и мы говорили об этом с министром, проведет тендерные процедуры, и я глубоко убежден, что объект будет закончен. Спасибо. Следующий вопрос. В целом в регионе большие проблемы с водоснабжением. Даже пригородные поселки Ахмирова, 25-й микрорайон, есть сложности. Никак вовремя не сдадут проект в Ахмирова, хотя должны были еще до конца лета. Потом передвинули сроки на октябрь, но уже заканчивается ноябрь. В селе Тугул до сих пор тянутся работы, хотя по объект по бумагам сдан в 2018 году. Как решаются эти проблемы и будут ли наказаны виновные? Значит, если вы обратили внимание, то мы по сравнению с 2015 годом в 9 раз увеличили объемы строительства объекта водообеспечения. Если в первоначальном плане было 7 миллиардов, то сейчас более чем 60 миллиардов. Сегодня мы имеем проектно-сметную документацию в наличии на 56 миллиардов. И ставим перед собой задачу. И при этом конец года уровень обеспечения водой сельских населенных пунктов достигнет 82%. Через два года мы выйдем выше республиканских показателей. То, что касается Ахмирова, работа завершена. И в конце ноября вода будет подана. То, что касается поселка Тагыл, я во всех этих поселках бывал и знаю. Значит, подрядчик, мы серьезно смотрим и знаем, какие проблемы были у подрядчика. Подрядчик некачественно выполнил работу. Нами дополнительно выделено 10 миллионов тенге. И в ближайшее время водообеспечение села Тагыл будет реанимировано и восстановлено. Рахмет. Даниал Кенжетайұлы, Нұршапағат Несіпбаев, Хабар 24 арнасының журналисі. Ақтоғайдағы экологиялық ахуал қаншалықты бақылауда болады? Ақтоғай тау кен байыту комбинатын кеңейту жобасына қанша адам тартылады? Олардың арасындағы жергілікті тұрғындар мен шетелдік жұмысшылардың үлесі қандай деген сұрақ жолдады? Ақтоғайда біріншіден тек қана 11 кісі шет мемлекеттен келген, бірі де бар басқа кісі жоқ. Тек қана жергілікті мамандар жұмыс істеп жүр. Ол бірінші. Ақтоғайда экологиялық проблема, мәселе қазіргі кезде жоқ. Рахмет. Рахмет. Наурызбаева Лаура, Бақ-кезе тілшісі. Облыстың денсаулық сақтау басқармасы Шығыс Қазақстан облысында коронавирус фактілерінің көптеп анықталуы тестілеу көрсеткішінің жоғары болуымен байланысты деген уәж айтқан болатын. Бұл қаншалықты рас? Облыста күніне қанша тестілеу өткізіледі және өңірдегі жағдайды тұрақтандыру үшін санитарлық талаптарға бағынбағандарды жауапқа тартудан өзге қандай шаралар қолға алынған? Мен осы мәселеге төртінші рет жауап берейін. Мен айттым, біз өзіміз бір сыпыра жағдайды көріп отырмыз. Кейбір кезде ПЦР-дің шығымы 15 күнден 35 күнде болған. Сол себептен біз жергілікті бюджеттен 7 жаңа зертхана сатып алдық. Оның ішіндегі 25-інде барлық зертхана жұмыс істейді. Сонда біздің мүмкіншілігіміз болады 7000 анализ бір күннің ішінде. Осы мәселе шешіледі. Біз қазір осыны жақсы білеміз. Сол себептен осы мәселе былай шешіледі. Ал санитарлық талаптарға бағынбағандарға жауапқа тартудан өзге қандай шаралар қолға алынған? Оған да мен сізге баршаңызға өте
жауап бердім. 770 миллион теңгеге біз қазір кемшілікті таптық, олар жауапқа келеді. Жақсы, келесі сұраққа көшейік. Қазақпарат агенттігінен Аян Өрібай. Президенттің бұқтырма су қоймасының үстіне көпір салуды тапсырғаны мәлім. Осы мақсатта республикалық бюджеттен 5 миллиард теңгеге өтінім берген екенсіздер. Алайда оны республикалық бюджетті комиссия мақұлдамаған. Жалпы көпір құрылысына 30 миллиард теңгеден артық қаражат керектігін ескерсек, оның 6-дан 1 бөлігінің өзін үкімет мақұлдамай жатса, көпір құрылысына ақшаны қайдан аласыздар? Бұл жоба бойынша конкурста жеңіп шыққан Атыраудағы компания көпір құрылысына қашан кіріседі? Нақты мерзім белгілі ме? Осы сұрақты сіз екінші рет қойып тұрсыз. Тағы да екінші рет тек қана сізге ғана жауап берейін. Осы мәселе шешілді. Қазіргі кезде бізде жоба бар. Осы жылдың ішінде 200 миллион жобаға салынған. Қазіргі кезде сот мәселесі шешілсе, біз құрылысты бастаймыз. Нақтылап жауап бергеніңізге рахмет айтамыз. Есімжан Нақтыбай inbusiness.kz сайтынан. Әлеуметтік желіде сіздің Өскемен қаласының әкімімен Пушкинге қойылатын ескерткіштің орнын ақылдасып тұрған видеоңыз тарады. Болашақ ескерткіштің көлемі, авторы, қаржыландыру көзі туралы толық мәлімет беріңізші. 2009 жылы әріптесіңіз Бердібек Сапарбаев шығыста әкім болып тұрған кезде Абай мен Пушкинге қатар ескерткіш тұрғызған болатын. Бір Өскеменде Пушкинге арнап, екі бірде ескерткіш орнатуға не түрткі болды? Әлде өзінің атындағы кітапхана алдында тұрған мүсінге көңіліңіз толмай жүр ме? Осы мәселе бар. Біз қазір көріп жүрміз. Содан кейін халықпен ақылдасамыз, қай жерге Пушкинмен мүмкін. Екі жоба бар, Абай мен Пушкин, Жаңғыз Пушкин. Содан кейін біз халықты шақырып, біз ақылдасамыз. Неге десеңіз, бізге өте мазмұнды. Біз жақсы білеміз, жайдан жай ескерткіш қоймау керек, бірақ та ол тек қана осы жермен байланысты болмау керек. Неге десеңіз, біз дүние жүздік мәдениетіне тұрмысамыз ғой. Сол себептен әлі сұрақ ашық, содан кейін өзіміздің қаланың қоғамын шақырып, біз кездесуге шақырғаннан кейін дұрыс, мен ойлап отырым, халыққа лайықты шешімді аламыз. Рахмет жауабыңызға. Келесі сұрақ. Жарма ауданында қытайлық инвесторларды шақырып, Жаңғыз Солар атты компанияның көмегімен жел электр станциясының салып бастаған едіңіздер. 2018 жылы жобаға босатылған жерді өзіңіз тікелей барып көргеніңізді жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары жазған болатын. Сол жоба неге аяқсыз қалды? 2019 жылы қолданысқа берілуі керек еді ғой. Егер орта жолдан тоқтатылған болса, босатылған жер мемлекет меншігіне қайтарылады ма? Сіздің негізі осы бар, бірақ та мынау сұрақ кішкене қызықтау екен. Біріншіден, ол электр қуаты іске салынды. Осы жылдың ішінде мынау электростанция, значит, 20, қазір 20 миллион киловатт сағат шығымын шығарды. Объекте 18 біздің жерлестеріміз жұмыс істеп жүр. Қай жерден естідіңіз осы мәселе жұмыс істегенін білмеймін енді. Келіңіз, баршаңызды шақырамыз, келіңіз, көріңіз, бірақ та объект тамаша жұмыс істеп тұр. Кешіріңіз, 35 миллион киловатт сағат іске салынды. Келсін. Осы журналист осында сұрақ қойғаннан кейін кішкене тексермей ме? 35 миллион киловатт сағат шығарды. Вот я хочу этот вопрос продлить. Понимаете, задается немало вопросов, которые, к сожалению, на мой взгляд, не носят объективный характер. Либо это связано с тем, что информация была у наших журналистов неточная, либо просто собираете тот материал, который слышите приблизительно где-то во дворе. Объект завершен. В этом объекте 35 миллионов киловатт-часов выработано. Работают 18 жителей нашего жарминского поселка. О чем разговор, я глубоко не понимаю. Спасибо и за ответ. Вот я слышу серии таких вопросов, которые не носят объективный характер, которые задаются из, я бы сказал, из того, что услышано где-то в очень далеком двору. Благодарю за ответ, Данил Кенжетаевич.
Мы сейчас в прямой трансляции на официальных аккаунтах службы центральной коммуникации, это Facebook, также YouTube. Поступают вопросы, позвольте их задать. Валерий Колганов задает вопрос, стоит ли жителям областного центра ждать капитального ремонта первой городской больницы? Стены обшарпаны, в коридорах темно и холодно, складывается чувство, что зайдя туда здорово, можно выйти оттуда больным. Будет ли рассмотрен этот же вопрос с Риддерской городской больницы? Значит, отвечаю. Первое. В декабре месяце мы заканчиваем проектно-сметную документацию на поликлинику 500 посещений, 140 мест стационария. И со следующего года мы начнем эту работу. За 2 года мы эту работу закончим. Сегодня завершается работа инфекционной больницы. 423 миллиона тенге выделено. Объект будет закончен к 1 января. Это то, что касается Ридера. Относительно первой городской больницы, я эту больницу очень хорошо знаю, больница имеет замечательное оборудование. В прошлом году мы выполнили работу на 180 миллионов. Безусловно, больница 1962 года рождения, она нуждается в ремонте. Мы на следующий год средства на эту задачу предусматриваем. Спасибо. Следующий вопрос. Олжас Керейхан. Өскемен қаласының шеткі шағын, аудандарының Ахмер, Нұрлыкөш, 20, 23-ші және 25-ші шағын аудандардың халқы қиналып отыр. Су жол жарықта айтпағанда автобус жүрмейді. Карантин кезінде әсіресе таңертең кешке автобуста адамдар бір-бірінің үстіне мініп тұрады. Сондықтан да Шығыс Қазақстан облысында дерт дендеп тұр. Осы шеткі шағын аудандарда автобус мәселесі қашан толық шешілмек? Шешіледі, сөзсіз, қазір біз 93 жаңа автобус аламыз, содан кейін жолды салуымыз керек. Неге десеңіз, ол жаңа микрорайондар ғой, мен жаңа айттым, біз 600 мыңдан шаршы метр аудандарға инфрақұрымды да бастадық. Соның ішінде осы екі кент ішіне кіріп тұр. Аз уақыттың ішінде жоба бітеді, біз жолмен автобусты жібереміз. Рахмет. Рахмет. Даниил Кенжетаевич, небольшое уточнение к вопросу от Айнур Коскиной. Получается, Восточно-Казахстанская область от Министерства индустрии и инфраструктурного развития вообще ИВЛ не получали? Мы должны получить 100 ИВЛ. Я надеюсь, что мы их получим. Мы понимаем, мы исходим из понимания и собственных ситуаций, но я вам скажу, исходя из практики, которая у нас в Восточно-Казахстанской области есть, даже в самые горячие периоды, когда было огромное количество больных, в областных ресурсах для лечения коронавируса использовалось только 23 аппарата ИВЛ. Поэтому я думаю, что здесь неполная информация, когда все почему-то считают ИВЛ панацеей от всех бед. Нет. Панацея от всех бед – это дисциплина наша с вами, это эффективное применение новых препаратов и героическая работа врачей. Спасибо за ответ. Мы напоминаем, что все вопросы, которые поступают в социальные сети, мы передадим обязательно в пресс-службу Акимата области и просим сотрудников предоставить отчеты, ответы в письменном варианте, а также вопросы, которые сегодня прозвучали на пресс-конференции. Даниил Кенжетаевич, во время визита заместитель премьера Ералы Улупановича Тоғжанова в область вы представили проект по производству уникальных имплантов из титана и тантала. Какие перспективы в связи с этим открываются? Есть ли еще планы по реализации инновационных проектов? Я уже сказал, что четверть всех инновационных проектов у нас в области. Это 243 миллиарда тенге. Поэтому мы продолжаем работу в этом направлении. Ключевым является производство из нашего тантала и титана для института ортопедии и травматологии. Идет хорошая контактная работа. Мы уже на стадии опытно-конструкторских решений. Очень важным для металлургии является технология гидропелимет, которая поставлена на нашем металлургическом заводе в городе Риддер. Она решает задачу переработки так называемых тощих или руд с низким содержанием. Работа также показывает хорошие результаты, и за этим я глубоко убежден, большое будущее, которое в ближайшее время состоится. Таким образом, эти инновационные работы продолжаются.
на 5 миллиардов тенге профинансирован наш институт, и он продолжает свою работу вместе с нашими производственными комплексами для реализации реальных, абсолютно реальных инновационных задач. Я уже говорил о том, к сожалению, из-за коронавируса немного приостановилась работа, это производство сверхпровода, компания Фурокава Япония провела тестирование, результаты неплохие. Надеемся, что во второй половине следующего года, когда проблема с пандемией будет решена, наши контакты возобновятся, и мы найдем возможность ее производства в широких масштабах для развитых стран мира. Спасибо. Спасибо за ответ. Даниэль Кенжетайұлы, бүгінгі баспасөз мәслихатының соңғы сұрағы болсын. Биылғы жыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған. Ұлы ақынның туған жерінде көптеген мәдени шаралар іске асқанын білеміз. Жалпы мерейтой жылының қорытындыларын қалай сипаттар едіңіз? Біз осы мәселеге 14.4 миллиард теңгеге салдық, ол 73 инфрақұрылымдық объекттер, сол себептен барлық біздің жоспардағы болынған объекттер салынды. Біз қазіргі таңда 142 іс-шара іске салды, оның ішінде 6-ы спорт саласында, 43-і білім саласында, қалған жұмыстарымыз мәдениет жағында істелінген. Ең маңызды мәселе үлкен жиналыс Семейде өткізген. Үлкен рахмет. Рахмет. Даниэль Кенжетайұлы, осымен баспасөз мәслихатына келіп түскен сұрақтарымыз аяқталды. Басқа сұрақтар жоқ. Біздің алаңға келіп, Шығыс Қазақстан облысының өңірлік дамуы туралы ақпарат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Еліміздің басты медиаланды жүздесе берейік. Құрметті көрермен, осымен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Қош, сау саламат болыңыздар.